Матильда. Таємниця ліставання. Было это у пятницу, коли я, как завжди, пекла булки. Погрукал до меня поштовый голубь. Я так люблю отримлівати листы, але это был только рахунок за электричность. Наступным разом принесите нечто лепшее. А коли вы уже тут, покаштуйте кавалок кексу. Вы ведаете, спадару голубь, что у вас незвычайная, навод таямнейшая профессия. Про что вы крачете? Поштальон – самая звычайная праца. Вы усім нечто приносите, и сам не ведаете, что. Новины могут быть добрые, але и дренные. Вы ведаете, что вы можете спричинить. Коли б я была поштаркой, то хотела б приносить только добрые новины. Перш чем разнести листы, вам варто зернуть, что у них. А коли там будет кепская новина, то лепш я ее не распаўсюджваць. Листов открывать нельга, это было порушением таямницы листования. Дык ніякай таямницы порушать и не треба. Вы ж никому ничего не скажете. Урэшце голуб признал, что нечто у гэтым есть. Ён аккурат принес у наш двор два листы, мы у их одразу ж и зазернули. Перший лист был коту Деміяну от котки Линды. Ах ты, здрадник! А я справдила, что ты з вясны бегаешь за трехколерной коткой из дому насупрать. И что у тебя? Трое котянят с синявокой сиямской коткой, якая живе у святара. Коли ты сюда яшчэ сунешься, я тебе в очи вышкрабу. Такий лист нельга отдавать у руки коту. Ён же может поспробовать скончить самогубством. Я тут же написала ласкавый любовный допис, у яким котка Линда запрошала кота на обед у понеделок. Другий лист был для нашего барыка. Это был каталог фирмы «Собака, сябр, человек». Зерните, какие ошейники. Гэты нават с дыяментами. Барык такого не носит. Але вось такая теплая покрывка яму пасавала. Барык николи не замовлял ничего по поште. Значит, за его замовим мы. Пропаную взять вось гэты шотландский плед. Як на яго сшиты. Мы развіталіся з адчуванням добра выкананай працы. Мінулі выходныя, настаў панядзелак, вось і паштальён з пасылкай. Акурат у той момант праз двор праходзіў кот Деміян. Нам было цікава паглядзець, як Лінда будзе з ім мірыцца. Ах ты, нягоднік! Табе не сорамна паказвацца мне на вочы пасля таго, што я табе напісала. Линда, золотка, ты ж мяне на абед запрасіла. Там чорным па белым напісана. Можа, гэта якая іншая такое нашкрабала, а не я. Можаш даць хвост на адсячэнне. Ну, нічога добрага з гэтага не выйшла. У котак вельмі палкая натура. З барыкам пойдзе лепей. Уставайце, спадар барык, вам пасылка. Ды што вы? А што ў ёй? Плед з подбіўкай. Гэта нейкая памылка. Калі вы ўжо распакавалі, то, можа, прымераеце? Я что, некий пудель ці терьерка обходить, як клоун? Як гэта яшчэ ў комплекте няма шотландской дуды? Зараз жа адашліце назад.
Що робить з подаренням Матильда? Барик не хоче про плєтнава чути. Спочуваю, але прийдеться вам його вернуть. Як вернуть? Коли ви його замовили, то мусите заплатити. А на що мені ваш плед? Ви ж розумієте, я його носити не буду. Що це тут таке? З подарення Матильда замовила вам плед і не хоче за його розлічуватися. Як я одразу не утямив? Таке могло прийти в голову тільки нашій Матильді. Увесь двор усходився. Паштальон усім розповідав, як ми переписували листи, і що гэта я його до гэтага подбухторила. Після гэтага на мене кинулися і котка, і кот, і барик. Я ледве поспела забарикадаваць двери, а я їм добра жадала. Бог ведае, чаму выйшла ўсё наадварот. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.